Всем приветик! Давайте пробежимся по полочкам АТБ. Что же у нас тут в осеннем ценопаде? Красная фасоль по 24 гривны, оливки черные по 20 гривен. Уже завезли мандарины по 25 гривен и по 37 хурму. Правда, она выглядит не очень. А вот яблоки чемпион по 9,95 всего. Картошка мытая по 13,45, обычная по 5,7 гривен. Тыква по 8,95. Конфеты похожи на Милку по ценопаду 12,44 по 100 грамм. На скидочных полках рис по 26 гривен. Обратите внимание, что скидка всего гривна и уже красный ценник. Семечки Сан Саныч по 16,50. Теперь полочка с кофе. Давайте посмотрим. Вот такой гурме 500 грамм в зернах 111,90. Маленькая 100-граммовая пачка кофе 29,50. Это делюкс от АТБ. А вот хорошая скидка на килограмм зерен. Кофе Амбассадор 194 гривны. Скидка на кофе Далмейр. Один из моих любимейших. 100 гривен, грубо говоря. Но скидка тоже не сильно большая. Всего 15%. Нескафе 140 гривен, вот такая пачка Original. В стеклянной банке 203 гривны. В стеклянной банке Монарх Якобс зеленый 127,40. И Якобс растворимые 58,60 гривен. И Якобс зелененькой упаковочки 58 гривен. Амбассадор молотый. Вот такая упаковочка голубая, 54 гривны. Карт Нуар 84. Чай Ричард по 17,90. И вот такой Ричард в сердечках жестяных по 36 гривен. Пирамидки Ловары 39,90. И чай Ричард в пакетиках по 20,50. Азер чай с чабрецом. Классный, кстати, этот чай. 25 плюс 5 пакетов в подарок за 26,30. Как я называю зимние чаечки, перетертые ягоды с имбирем по 10 гривен. Скидка хорошая, я их брала, мне нравится. Дальше, по ценопаду у нас вот такая упаковка бисквитов, там целых 10 штук, 36 гривен. Барни с шоколадом 31 гривна. Я его взяла, но в итоге мне пробили его по 34. Сникерсов нет, но есть другие батончики. Lion по 7, по 8 гривен по ценопаду. И скидка на KitKat по 9,60 и Nuts по 12,90. Шоколадки Рошен от 19 гривен, большая Лакми по 67, Миллениум пористые сейчас по 12,90. Три вида, да, там молочный, белый и черный. Милка по 21,90 с орешками, с миндалем и с лесным орехом, вот такая. И большая Милка сейчас по скидке 70 гривен и 81 гривна. По ценопаду у нас интересные фруктовые чипсы, банан, да, апельсин, разные, 27-39 гривен, зависит от фрукта. Дальше пластырь, вот такой медицинский, по 4 гривны упаковочка, и детский с рисунками по 7,60. Курица, бедрышки пан-курчак по 9,35 за килограмм, а крылья улар 7,38. Вот такое вот мороженое в виде, похожее на печенье Орео мне чем-то, бинго-бонго, 68 гривен упаковка. Йогурты Растишка с магнитами, 7 гривен 10 копеек. Далее у нас отдел творожков, украинский сыр 36, 95%, 9%, 39,50. Новинка.
А по ценопаду тоже украинские, вот в таких пакетиках, по 30-31 гривне, зависит от жирности. И также новинка, вот такой прессованный сыр белоцерковский от 0 до 9% от 21 гривны. И яготинский по 23 гривны. По ценопаду от Malakia густой кефир по 25,70, 900 грамм бутылка. А также по скидке Злагода кефир с витаминами 800 грамм, такая интересная бутылка, 28 гривен. Брынза от Злагода 42,60 за кусочек. Сыры от своей линии бруски по 31,20, там идет российский и голландский по скидке. Колбасы Добров сейчас по скидке, Другобыцка 85,60, вот такая палочка небольшая. Дальше салями премиум по 77,30 и скидка на сервелат 61,90 палочка. Скидка на туалетную бумагу Рута 8 рулонов 61,20 и на своя линия 16,90. На семидневке быстренько так прошлась, в принципе там практически все старое. Вот такой вот органайзер корзиночка, видела в газете, хотела посмотреть, как он выглядит. Он стоит 99 гривен. Салфетки детские с клапаном 18,50 и своя линия маленькие по 8 гривен. Кондиционеры ополаскиватели от 45 гривен, ваниш жидкий 50 гривен. Далее средство для стирки, вот такое Грюнвальд, плюс 100 мл додатково, 55 гривен. Вот такое Био-Мио средство для мытья посудомоечной машине 230 гривен. Шампунь мужской Clear Man 71 гривна. И Head & Shoulders, смотрите какой огромный, XXL 189 гривен, вот с таким дозатором. Написано, что здесь и шампунь, и, я так понимаю, кондиционер. Пенка для умывания Доктор Санте 35 гривен. И салфетки для снятия макияжа, очень дешевая тоже цена, 11,20. Гели для душа Old Spice 56 гривен, Axe 37, Arcoman 26,50. Palmolive в большой 90 гривен и вот такие, которые в Атсенсе я видела, по 65 гривен сейчас по скидке. Фа по ценопаду 22 гривны, это гели для душа. Ля Петит Марсельез по 31. Соль морская 11 гривен и соль гималайская розовая 18,70. Вот увидела новинку от Ичня, и уже написали, что это не сгущенное молоко, а написали, что это молочно-сумешь сгущена для детей от 3 лет. Там такой мальчик похож на Матвея моего нарисован. Сейчас посмотрим с вами состав. Что же у нас здесь? На первом месте какая-то сыворотка, потом обезжиренное молоко, сахар, сливки, аскорбинка, лактоза и сухой витамин D. И вот всю эту смесь назвали молочно-сумешь. Корм для котов, брит премиум, для стерилизованных есть, по 75 и 73 гривны.